Ой. Короче. Всем привет! И сегодня я буду играть в Фредди. Подробности вы можете посмотреть в предыдущем ролике. Это 5 ночей с Фредди. Вот. Я себе уже вчера... Ну, видео как раз выйдет первого этого месяца. И поэтому... Круто это, круто, потому что я как только делаю видео, я не делаю наперед, я делаю сразу же видео и сразу же стараюсь его выложить, только надо будет же помонтировать и все остальное. Это опять значит Фредди версия, я не знаю, самая новая или нет. Я себе скачала вчера FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3, FNAF 4, FNAF 5 и FNAF 6. Так что пока что будут выходить чаще всего FNAF. Также будет выходить теперь Roblox, Minecraft уже не будет, все, рубрика Minecraft меня уже достала, она у меня уже прям до горла дошло, и я думаю, надо начинать. Напишите в комментариях, если хотите, чтобы я снимал с камерой, без проблем, я могу снимать с камерой. Ну, продолжить или новая игра, это одно и то же, ладно. Новая игра. Так. Что там Help Wanted, Freddy Fazbear's Pizzeria. Ну, короче, сами прочитайте, переведите. Я не успел все прочитать, но немножечко прочитал. Ждем. Долго надо. Во! Что это? Ну, я думаю, все уже знают, как в это играть. Один я тоже знаю, как в это играть. Немножечко Freddy. Еще что-то. Один я еще никогда не играл в FNAF. Наверное, я единственный вообще человек, который никогда не играл в FNAF. Чувак, замолчи, пожалуйста. Все. Реально, я единственный человек, такое чувство, который еще не играл в FNAF. Я вообще не играл в FNAF, но я знаю, все, мой друг шарит за FNAF. Он мне подсказывает, он шарит только за FNAF 3. И поэтому я решил вообще скачать себе FNAF. Потому что он захотел так вот. И вот так вот все. Так. Я не знаю, что делать. Ну, закрывать двери, смотреть. Угу, туда-сюда. Камера, я думаю, не надо. Энергия тратится. Я просто буду сидеть в офисе. Вернусь уже, когда будет что-то интересное. Прям. Когда... уже хоть кто-то начнет двигаться, потому что я думаю, никому не хочется просто брать и смотреть, как я сижу просто в АФК. Вот. И поэтому даже как-то это видео будет посвящено на несколько частей, FNAF 1 будет. Я то скорее всего буду умирать, обсыкаться, орать. Я сейчас без наушников, жалко, потому что у меня их сейчас нету под рукой. Я только начал видео снимать, как только выложил одно видео, сразу же начал другое видео снимать. Уже 88% энергии уже и никого нету. Короче, я думаю, две ночи пройду и закончу видео. Дальше все части будут на одну ночь, потому что... Или хотя бы одну ночь я пройду и попытаюсь вторую пройти, или хотя бы попытаюсь первую. Я же не знаю, я пройду или нет, вот. И поэтому встретимся, когда хоть кто-то будет шевелиться. А также я вернулся не потому, что кто-то уже есть. Но для вас это вообще секунда просто прошла. Для меня это уже довольно-таки много времени. Вот, если что, я уже думаю, никому FNAF не интересен. Только мне он интересен. И поэтому я снимаю. Можете не смотреть, если не хотите. Все, дальше возвращаться буду только тогда, когда аниматроники зашевелятся сейчас. Зашевелились, окей. Вернусь для вас через секунду, а для меня это будет, блин, еще несколько лет. Не, не прошло даже одного года. Прошло всего-то где-то 5 секунд только поставила на паузу, и сразу же уже Бонни вышел. Я знаю, как их зовут. Это Чика, это Фредди, это этот Бонни, это что-то Фредди Фазбер. Вот. Угу, все, никого нету. Ну реально, кто будет, если их тут трое? А.
такие дун-дун-дили-дун. Дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам. Капец. Короче, я для вас вернусь через секунду. Я всегда буду говорить, когда я на паузе. А где нет, не всегда. Все. Это последний раз, когда я говорю то, что я пойду на паузу. И больше не буду говорить то, что я тут. Очень вкусно. Кто там? Там кто-то есть? Скажите мне. Еле вижу вообще. Если честно, я еле вижу. Чика есть. А где Бонни? Никто не знает. Ну, может, вы знаете. Я не знаю, где Бонни. Бонни. Куда он пропал? Неизвестно вообще. Только известно то, что там кто-то. Обратно делают там-там, где ледум-дум-дум, где ледам. Не хочу, чтобы ролик был слишком длинным. Но если вы захотите реально без пауз посмотреть ролик следующий, то напишите тоже в комментариях под этим видео то, что вы не хотите, чтобы я ставил на паузу, и чтобы, например, вдруг для вас будет слишком короткий видеоролик. Или говорите, чтобы я больше делал попыток. Например, ну, на каждую часть я хочу примерно потратить 10 минут. Каждое видео по флоту. Не знаю, как получится. Ну так, это здесь я вообще никакие видео по ФНАФу не смотрел, потому что они с Фредди. Вот так мне друг все рассказывал. Я умею играть уже. Не знаю откуда, просто здесь надо свет. Когда они здесь, то нужно закрывать дверь. Если вы знаете, как лучше играть, то обязательно говорите. Я все комментарии прочитаю, хоть у меня и 499 подписчиков. И пожалуйста, если тебе нравится мой контент, пожалуйста, подпишись на меня, потому что мне не хватает одного подписчика. Бонни. Ага. Тут? Где ты? Где Бонни? Ха. О, Чика, привет. Привет, спасибо, что уже не смотришь на меня. Я боюсь. Я боюсь, что я не успею следить. Уже 4 часа ночи. Еще пусть я покажу всему. Также я иногда могу не говорить буквы, потому что у меня что-то какая-то проблема началась. В этот год, то что в этом году, в 2023, то что я разучился говорить букву Р. Не знаю, как это так получилось, то что я разучился так говорить букву Р. А, ё-моё! Я так обосрался! А, там тень! Видите, там его тень! Ага, там можно узнать, он есть. Чика, я знаю, она в окно смотрит. Вот всегда дверь. Ну и Чику тоже не забудет. Ага, будет. Чика уже пошла на следующий. Куда? Хоть это и почти в
вообще не слышал почти. Но я почему-то сказал ей, хоть я этого вообще не хотел говорить, не знаю. У меня не было такое запланировано. Алло, не надо, мне там что-то бла-бла-бла, вот я прошу. Не надо. А, и так же? Это канал без матов. Не надо мне вот это hello, hello. Мне также друг сказал про сюжет. И плюс я фильм смотрел, и я уже понял, наконец-таки, как много FNAF. Вот. Здесь вот эта лиса, Фокс, вот он что-то начал шевелиться, кстати, я вот не вижу, вот здесь. А, шо? У меня тут кнопки, ха-ха-ха. А, они уже здесь, больше никто не идет. Мне пока что не страшно, мне страшно, когда они уже прям все вместе ходят. Во. Ну что, так, короче, у меня только что напал Бонни. А я понял, он хотел уйти, а решил только меня испугать. Вот. А так все на месте. Два часа ночи. А уже где-то половина и нахуй. Что не все все-таки. А это что, я не понял. Ночи. Это половина. Ну, по моему расчету, это половина. Я не знаю, это половина или нет. Я не знаю. А! Шаги. А! Блин, как я обосрался. Если что, мне нравится то, что они не в одних позах. У них несколько поз есть. И, короче, Чикуся уже начала ходить. Не знаю, Бонни всегда пропадает. Фокси я тоже знаю. Вроде бы, когда он уже смотрит, нужно закрыть дверь, немножечко подержать, открыть, закрыть и все. Бежит и постучиться. И все. Ну, да. Вроде бы ты попался. Так. Ой, ой. Шаги. Живем. Капец. Фредди обратно.
окна. Шкуся? Так. Нет. 16% энергии. 4 часа ночи. Вы серьезно? Хорошо то, что хотя бы не 3. 3, потому что было бы просто ужасно. Бонни уже там стоит. 1 час остался. Осталось 1 час просидеть тут. Пожалуйста. Я уже даже в камеру не буду смотреть. Если я буду. Блин, а. 7. 6. Нет, 5. 4. Живу. 3. Два. Один. Выживи. Все. Не закрываю. Чика, Бонни, Фокс сейчас побежит. Как я так прям чуть не сдох. Надеюсь, вам очень сильно понравилось видео. Я чуть не обосрался, вырубился свет, но я успел выжить просто на последних секундах, просто миллисекундах, я не знаю. Я не знаю, также оно быстрее потом это тратится, эта штука, ну, энергии или нет, время дольше идет или нет, я этого всего не знаю, так что пишите подсказки в комментариях. Я надеюсь, что с вами все хорошо, всем удачи, всем пока. А еще я, если что, сейчас выйду, как только закончу запись. Все, всем пока.